Что нужно успеть к Новому году? Купить мандаринов, выбрать подарки и, конечно, украсить елочку. А этот процесс особенно приятен, когда поешь. Именно это мы и сделаем в рубрике «Проснись и пой». Елочка, елка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас. Радует нас. Неправильно, дедушка. Как неправильно? Поешь неправильно. А как правильно? А вот как надо. Елочка любит веселых детей, мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас. Елочка веткой зеленой махнет, и словно в сказке придет Новый год. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас.